Наши фигуристки прилетели из Японии с командного чемпионата мира. Их тепло встретили во Владивостоке. Много болельщиков поздравили Щербакову, Туктамышеву и Парников с триумфом. Уставшие, но довольные наши спортсмены полетели дальше в Москву. Но нашлась бывшая недовольная ученица Тутберидзе, которая решила добавить нотку негатива. Ее зовут Шелепень. Вот ее цитата. «Есть некоторые вещи, которые меня удивили. В короткой программе, а именно на командном чемпионате мира, Анна Щербакова получила рекордные баллы за компоненты. Видела, что она в районе 45 получила в короткой, но на самом деле 37,56 на sport.ru. Чему я очень сильно удивлена», — говорит Шелепень. «Не то чтобы я считаю, — продолжила фигуристка, — что Аня некомпонентная или плохо катается, но, например, Косторная в плане конька намного лучше катит». И коронная фраза Шелепень. «Ничего не могу сказать, потому что я не смотрела ни одного проката, поэтому двоякие ощущения». Меня вот лично удивляет этот монолог этой девушки. «Видела 45 баллов, но не смотрела ни одного проката. Просто гениально». Вот скажу так, оригинальный подход к фигурке – прямо нестандартное мышление. Лично мне хочется от себя добавить, что Косторная, она не отобралась на чемпионат мира, а Кихир вообще в хлам развалины. Какие им компоненты? Или Косторная выкатывает дорожки четвертого уровня, как Щербакова Анна? Ну вот в этом сезоне мы все видели, как катала Косторная. Ну разве я не права? Напишите в комментариях. И никто ведь не заставлял Косторную Алену делать этот шаг и терять сезон. Осталась бы, например, она у Этери Георгиевны, каталась бы на соревнованиях и получила бы шанс выиграть чемпионат мира. И Кихиру тоже никто не заставлял зачем-то переходить к Ламбьелю. Итог. Где Щербакова и где Косторная в этом сезоне? Разве разница не колоссальная, мои дорогие подписчики?